Всем добрый вечер, уважаемые мамочки и папочки. Хочу обратиться к вам с небольшой просьбой. Наконец наступило лето, наконец стало тепло, наконец мы можем полностью открывать окна. Ну, вот жизнь полная жизнь. Но зачастую это связано с определенным риском для нас, для наших деток. Вот, например, сегодня к нам поступил 3-летний ребенок, который выпал из окна. Выпал из окна в одном из городов Камчатского края. С ребенком все благополучно. Ребенок обследован, ребенок госпитализирован в нейрохирургическое отделение. Травмы достаточно легкие для такого падения. Но самое главное, почему это получилось? Ребенок самостоятельно забрался на подоконник. Дальше облокотился на антимоскитную сетку. И вместе с антимоскитной сеткой выпал из окна. Для чего говорю? Ну, для того, чтобы в первую очередь, уважаемые мамочки и папочки, обратили внимание на то, каким образом открываются окна, обратили внимание на свободное время своих деток. От этого зависит не только здоровье, но зачастую жизнь наших детей. Берегите своих деток, берегите себя. Всем хорошего вечера.